мікрофони. Так. Вітаю. Сьогодні в речниках громад ми будемо говорити про унікальний досвід створення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та комітетів самоорганізації населення, а також про те, як виводити ринок праці з тіні і нарощувати доходи до місцевих бюджетів. Нагадаю, що речники громад є спільним проєктом Українського кризового медіа-центру та програми «Добре». А моїм співрозмовником сьогодні є голова Мерефіянської об'єднаної територіальної громади, що на Харківщині, Веніамін Сітов. Вітаю вас, пане Веніаміне, і одразу до першого запитання. Якщо ми говоримо про реформу місцевого самоврядування, то чиї все-таки є інтереси первинними у цій реформі? Говорю коротко і однозначно, да. Первинними являються ці інтереси, іменно ми працюємо на благо людей. В чому це виражається? В наших громадах. Виражається це, в першу чергу, це якісна услуга населенню. Кожен чоловік, который проживает в нашей громаде, мы стремимся, чтобы сегодня он проживал в комфортных очень условиях, безопасных условиях. И в первую очередь, конечно, были оказаны ему все необходимые услуги, в которых он нуждается, качественно, эффективно, быстро и с улыбкой. Дуже багато прикметників, якісно, ефективно. Отже, якщо в центрі уваги реформи стоїть людина, у вашій громаді більше 25 тисяч населення, так? І коли ми говоримо про об'єднання в громаду, то розуміємо, що сенс такого об'єднання є тоді, коли громада здатна вирішити всі питання місцевого значення. Так? У вашій громаді для 25 тисяч населення така змога зараз є? Є. Є. Мы, прежде чем, когда мы шли на объединение, и мы были одним из первых Харьковской области, как МИСКАМ вообще первая, и мы понимали и прекрасно оценивали и просчитали, что мы спроможная громада по перспективному плану объединения. И перспективный план был не в полном объеме выполнен, как изначально, то есть мы его меняли, но сам факт, громады, с которой мы объединились, и мы сегодня спроможны, мы сегодня реально именно идем в процессе именно этой реформы, мы идем как лидеры, как передовые, и мы сегодня показываем, я думаю, что не буду хвастаться, но результат именно значительного продвижения в плане этой реформы. А давайте все-таки будем трохи хвалитися, так? Давайте. Розіб'ємо це все по якихось щаблях, почнемо з бюджету, так? Що змінилося у бюджетному наповненні громади? Як було до об'єднання і що стало зараз? До об'єднання, буду так говорити, напевно, що у нас в три рази увеличився бюджет. Тобто, ця реформа нам дала дійсно спроможність, немножко скажу, як завжди, нам хочеться більшого, да, ми хочемо більшого, і в плані того, що це власних доходів, собственних доходів. І тому ми сьогодні розуміємо прекрасно, що ми повинні іменно і цілі цієї реформи, що самим навчитися знаходити дополнительні істочники і ресурси. Тому ми стремимося сьогодні знайти свої дополнительні істочники, і ми це робимо. Делаем, сказать как? Звісно, як ви це робите? В первую очередь, это мы взяли, естественно, наши налоги, которые к нам идут в полном объеме, 100%, это земля. И у нас сегодня, мы уже давно этим начали заниматься, и до объединения даже, что мы сегодня первые пошли на то, что мы не ждем сегодня, пока законодатель сделает оплату за землю с момента выдачи решения. То есть мы сегодня пошли на то, что если бизнес сегодня уже получил данное решение, мы сразу ему предлагаем заключить договор на відшкодування. То есть если он действительно занимается, работает, идет у него процесс бизнеса, если же он в замороженном состоянии, мы не требуем этого, но мы все равно его подталкиваем, чтобы он начинал шевелиться. То есть, и мы поэтому такие заключаем договора, как добровольное відшкодування за пользование землей. И это нам дает сегодня, мы почти 99% у нас землевластники, которые пользуются землей, у нас сегодня оплачивают за землю, и мы значительно увеличили за счет этого нашу доходную часть. Единственное, кто у нас сегодня, как всегда, это облэнерго,
Укртелеком, ну, это монополисты, и нам сложно, конечно, здесь. Очень сложно, и юридически очень с ними сложно противостоять вот этому, то есть этим большим монстрам. А так, мы, следующий это вопрос, это мы активно используем и парковки у нас. То есть мы, казалось бы, что, что там немножечко-немножко, оно ж по гривночке, по гривночке, и мы уже тоже значительно увеличили в несколько раз тоже, тоже доходную часть за счет, и у нас активно сейчас развивается, и это наполнение за счет рекламы. Также у нас сегодня мы активно работаем, ну все, мы, у нас, как говорится, все, мы сегодня все максимально используем и стараемся, где можно, то есть наполнить доходную часть. А ось мені цікаво, а чому ви цього не могли робити до початку реформи? Вы же были местным главой еще с 2010 года, так? Ну, мы не могли не над всем работать. Я уже сказал, что мы над землей уже начинали до реформы, а вот над подоходным налогом, который с момента объединения, да, у нас подоходный налог, это наш налог, и поэтому мы, естественно, в основном наш налог. Поэтому мы сегодня тоже стали заинтересованы, так как основные поступления нам пошли, и мы теперь создали, у нас есть инспектор праций, к этому инспектору працы, он голова у нас комиссии, мы распоряжением я издал, создал комиссию, и у нас эта комиссия сегодня работает тоже по всей громаде, со всеми субъектами хозяйствования, в плане легализации рабочих мест, и за счет этого мы тоже и легализация рабочих мест, и акцизное, это тоже у нас акцизное поступление, тоже это у нас это уже наш бонус с момента децентрализации. То есть это поступления, которые к нам тоже пошли. Ну, сейчас остались только табачные и спиртные напитки, а до этого было еще горюче-смазочные материалы. До речі, я начувана про ваш досвід легалізації ринку праці, так? Але от цікаво, в якомусь кількісному еквіваленті, чи багато вдалося вже легалізувати праці? Ну, мы уже более 200 человек. Вот за год работы у нас легализовали больше 200 человек. И это еще нет, это еще не остановка. Это, то есть это мы понимаем прекрасно, что мы, как это, я думаю, цифра в несколько раз должна быть больше. Поэтому комиссия работает, мы поведем профилактическую прежде всего работу. Мы не наказываем, мы не администрируем, мы именно работаем. Именно профилактически, чтобы... И действительно, бизнес понимает, и мы сегодня стараемся внушить всем, что налоги это прежде всего будут, налоги будет развиваться громада. И это нужно большую работу провести, и мы это делаем сегодня. Чи немає супротиву населення і бізнесу? Ну, це все-таки непопулярні кроки? Непопулярні, но где-то мы применяем... Тут, знаете, метод психологический больше. Больше психологически подходим. Конечно, после этой комиссии напрямую ко мне приходят предприниматели и говорят, что мне делать. Я говорю, конечно, легализовывать. Конечно, только легализовывать. Потому что если завтра к вам придет уже управление департамент по труду и уже будет составлен административный протокол, то это очень большие штрафы за каждого неработающего. Поэтому мы сегодня стараемся так, и опять же мы внушаем что людям, что это налоги. Это же вы платите налоги, а мы вам делаем в это благоустройство ваших прилегающих же территорий за счет этого. Я якраз вчора знайомилася з даними, які підготувала група фінансового моніторингу Центрального офісу реформ. Так? Вони аналізували бюджети об'єднаних громад за перше півріччя. І по Мерев'янській громаді 137% доходів до бюджету у порівнянні з таким же ж періодом минулого року, зрозуміло, що за цим стоїть колосальна праця. Я думаю, що це була не тільки земля, не тільки легалізація ринку праці, можливо, ще щось було, але які ви бачаєте подальші кроки робити для того, щоб нарощувати власні доходи бюджету? Бо закінчиться і державна підтримка, і треба буде громаді самотужки добре управляти. Хороший вопрос. В первую очередь я вам, наверное, значит, скажу так, что в первую очередь это банально, может, уже, но это кадры решают все. В первую очередь, как глава громады, я, конечно, в первую очередь уделяю внимание это кадровому вопросу. И в плане наполнения бюджета, сегодня у меня сам бюджетное управление поделено на три. То есть на три сектора. Это у меня сектор бухгалтерии и отчетности, сектор бюджета и финансов,
то есть и сектор социально-экономичного развития. То есть этот сектор сегодня, ну, будем говорить по-простому, сектор социально-экономического развития, его основная задача сегодня максимально все время работать и над доходной частью бюджета. То есть мы подобрали очень хорошую команду специалистов в этом секторе. Они все время, мы мониторим, анализируем, отслеживаем все источники, где мы можем еще дополнительно не только привлечь доходную, но и сэкономить. Бюджетный отдел, он, естественно, он формирует бюджет, это уже, да, аналитическая еще тоже часть. А бухгалтерия легче всего тратить у нас. Да? Это они у нас занимаются расходованием бюджета. Поэтому, исходя из этого, я вам, наверное, скажу так, что мы еще помимо основной упор делаем самим, мы сейчас находим источники, как сэкономить в первую очередь, и мы продумываем уже, как заработать деньги, самим еще привлечь дополнительное. Что из этого мы, как мы планируем сэкономить? Мы сегодня, нам удалось что сделать в этом году? Мы заложили в бюджет 1 миллион гривен для того, чтобы перевести полностью наше здание, которое в коммунальной собственности, под не сторожей, охрану сторожей, которые не функциональны. Особенно школы, садики, и у них там, то есть их полномочия ограничены, они не могут выходить на территорию, если что-то случается и так далее. И только если он в одном конце, а в другом что-то происходит, то вы понимаете, он не услышит, что там происходит или кто-то что-то там творит. Поэтому мы сегодня провели тендер и перевели все наши здания под систему охраны и сигнализации. И что нам дало от этого, то есть если мы затрачивали порядка, если уже с увеличением ростом минимальной заработной платы, то это на сегодняшний день около 2 миллионов мы уже за год, то есть мы меньше миллиона тендер провели, мы потратили всего 900 тысяч, а уже в этом году у нас плюс 1 100 000. Это деньги. Точно так же мы работаем над энергосбережением везде, то есть мы переходим на свои, в первую очередь по нашим школам, садикам, это мы поменяли на энергоэффективные плиты приготовления пищи, то есть современные мы поставили, которые порядка в 3 раза экономят электроэнергию и быстрее нагревают пищу, то есть приготовляют. Это тоже нам дало значительную экономию средств. И следующее, это мы уходим от обслуживания коммунального предприятия районного, у нас до сих пор еще частично обслуживает и обогревает наши помещения школьные, они же раньше были в районе. И поэтому мы сегодня максимально построили уже много твердотопливных котелен, и мы сами сегодня заготавливаем материал, то есть энергоресурс так называемый, мы сами экранируем деревья, обрезаем сухие деревья, то есть изготавливаем щепу, закупаем уголь сами, то есть у нас есть истопники, и мы сами, и экономия тоже порядка где-то в 3 раза, 3 раза экономия от коммунального предприятия. То есть вот сейчас мы строим твердотопленную котельную в 6-й школе у нас в Громаде, в самой Мерефе, и значит мы затрачиваем в год там коммунальному предприятию 1,5 миллиона. Вот мы оплачивали до этого. Це багато чи мало? Це очень багато. Це очень багато. Почему? Потому что мы сейчас по своим просчетам максимум в этом отопительном сезоне планируем затратить до 500 тысяч. То есть это уже будет экономия 1 000 000 в год. Фактически 1,5 отопительных сезона и окупается у нас котельная. Ви зачепили дуже багато цікавих тем. Давайте поступово і детальніше про кожну з них. В розмові ви сказали, кадри вирішують усе, так? Да. Погоджуюся. Кадри де починаються? Зі школи, так? Щоб виростити належні кадри, їм треба дати належну освіту. Мало того, утримати їх потім на своїй території, щоб вони захотіли тут працювати. Як вчите і як збираєтеся молодь утримувати на території своєї громади? Ну, в первую очередь, молодь у нас сегодня, мы готовим ее сами в основном. Вот если вам приходилось видеть нашу мою команду, то у меня одна из самых молодых, наверное, команд. Почему? Потому что в свое время мы создали молодежную раду. Это были школьники еще, то есть были студенты только, которые после школы. И они активно участвовали в разных процессах нашей жизнедеятельности, в волонтерском движении и так далее. И сейчас у меня и часть этих ребят,
уже работают специалистами, начальниками отделов, то есть уже есть заступники, уже есть депутат областного совета. Вот, то есть это уже те кадры, которые мы готовим. И мы сегодня видим прекрасно, и в один момент у нас был небольшой провал, Молодежная Рада, как только эти лидеры уже вышли, перешли на ступень выше, то есть у них стали другие жизненные, да, уже ценности и цели, да. То есть, то они теперь, это тут она потеряла звено. Сегодня мы снова создали, уже у нас есть лидер снова, у нас девочка Вероника Пилипенко, у нас молодежный лидер, мы уже сейчас по школам уже делаем ячейки снова, мы снова набираем кадры для того, чтобы мы уже им показали, как нужно в дальнейшем жить в обществе. И что ценного, что я хочу сказать, что, ну, наверное, есть такое или нет, я начинаю сейчас уроки мэра. А в школах со старшеклассниками начинаю уроки мэра. Це про що уроки? Это уроки, в первую очередь, мы уже объявили по всем школам, уже школы готовятся. Первый урок – это будет ознакомительный урок со старшеклассниками о том, как работает городской совет. Не только просто показать, а что они делают, специалисты, чем они занимаются, какой эффект от их работы. То есть мы хотим показать полную аналитику. Для того, чтобы они понимали, они думают сегодня, что там городской совет, они там чай да кофе только пьют и больше ничего не делают. Ну, как правило, да. И я хочу их показать, какую, то есть, рутинная, системная работа происходит в городском совете для того, чтобы громада жила. Второй урок, это будет обязательно, который будет урок жизни в обществе. Я часто говорю, что сегодня мы, к сожалению, у нас очень общество потребителей. И потребители все хотят, чтобы им что-то сделали, а они от себя, отдачи от них нет, то есть от людей. Их тяжело на что-либо сегодня подвинуть, на какие-то общественные, добрые, ну, будем говорить, даже элементарные такие вещи, как просто поубирать возле двора, да, своего, где как положено. Ну, то есть элементарные вещи. Поэтому я хочу их сегодня научить, как жить правильно в обществе, что ценить можно, что плохое, что хорошее, то есть просто поговорить. Это будет беседа в форме диалога. И мы, конечно, сюда я буду заступниками, то есть и мы будем именно на этих уроках и говорить о том, и привлекать их уже в общественную жизнь громады. То есть. А вы не боитесь, что вы их научите, а они покинуть територію громади і десь будуть працювати в інших місцях, бо для них треба і інші робочі місця створювати, всі не зможуть в міській раді працювати. Не боюсь. Знаете, почему не боюсь? Я только буду рад, если с нашей мерифианской громадой как можно больше специалистов будет в других сферах. И я понимаю прекрасно, нам результат, знаете, этот, оно доброе вернется снова к нам. Все равно они что-то захотят сделать в ту громаду и отдачу отдать какую-то, где они выросли, где им тоже дали, проложили этот путь их светлого. В такому випадку мушу повторити питання по-іншому. Як будете створювати нові робочі місця? Очевидно, що для цього потрібні інвестиції, а це треба і інвесторів залучати. Це також колосальна робота має бути. Ну, ми в першу чергу, наверное, робочі місця знову створювати. Це в першу чергу, ми зараз приймати будемо стратегію. Мы уже, было у нас вот в эту субботу прошедшую обсуждение 15 числа. У нас были общественные слушания, они у нас очень прошли хорошо, великолепно. Громада одобрила полностью нашу стратегию, которую действительно, она сама участвовала в этом. Все наши общественные организации, небезразличные активисты, все, то есть, участвовали в создании этой стратегии. И в этой стратегии основное, это, конечно, экономическое, первое, это экономическое, социально-экономическое развитие громады. И здесь именно создание дополнительных рабочих мест, это именно что? Мы в этой стратегии прописали ряд, уже дорожную карту, как мы дальше будем двигаться, какие проекты мы будем осуществлять, для того, чтобы создать максимальное количество рабочих мест, это от малого, среднего бизнеса и великого. Ну и, конечно, не без подосновы, это генеральный просторовый план развития, функция большой именно просторовый план, это с кадастровой основой, инвестиционной основой и так далее, и так далее. Ну как это сейчас нам нужно сделать, именно фундаментальные документы, это будет от него все исходить.
И мы сегодня, если говорить просто, то мы сегодня видим проекты, которые дадут нам рабочие места и которые принесут, опять же, пользу в нашу громаду. Это сегодня основной у нас, это комплекс по отходам, переработке, сортировке, переработке отходов. Мы его хотим именно свой комплекс. Пусть он будет с инвестором, пусть мы будем рассматривать любые, но мы сейчас именно стратегически выбрали эту основу. Мы сейчас разрабатываем такие, как создание дополнительных для малых бизнесов, это создание фермерского рынка, еще дополнительных земельных участков для того, чтобы мы разработали комплексную схему размещения малых архитектурных форм по громаде, для того, чтобы бизнес мог разрабатывать. Сейчас центром занятости мы разрабатываем, и при поддержке, надеюсь, областной администрации, они тоже поддерживают нас очень сильно. И поэтому мы сейчас хотим разработать помощь и градированную систему, такую, как если это будут у нас инвалиды, участники АТО, еще другие какие-то группы, какие социально незащищенные, чтобы мы им дали максимальную льготу для того, чтобы они могли заняться бизнесом, обучить их центром занятости, какую-то кредитную основу, помощь бюджетную. Ну и так, я могу долго об этом рассказывать. И, то есть мы это действительно сегодня стараемся сделать. И... Ну, раз ви вже зачепили питання стратегії розвитку громади, я знаю, що вона у вас розрахована до 2027 року. В жовтні на Раді, на засіданні сесії Ради ви плануєте цю стратегію прийняти. Але цікавить інше, я так розумію, вона багато цікавих речей передбачає. А цю стратегію писав пан голова в кабінетній тиші чи з чиєю допомогою? Люди згодні з цією стратегією? Ну, я вже якби остановився на тому, що в основному це у нас общественні організації. Активно участвували у нас ОСМД і районні комітети органів самоорганізації населення. Тобто активно участвували не тільки голови цих общественних організацій, плюс ще і члени цих общественних організацій. Депутати активно участвували. Да, не всі. Не все. У нас активно участвовали у нас и социальные, то есть группы, это у нас и музыкальная библиотека, музыкальная школа, библиотеки участвовали, то есть школы участвовали. То есть и просто приходили люди, которые у нас действительно неравнодушны к развитию громады, и они участвовали. То есть это была общественная стратегия, которую формировали. Но сразу скажу, что действительно мы уделили внимание, что мы старались направить общественность на то, чтобы мы рассматривали не какие-то личные, как правило, большинство это было личное, возле моего дома свет, там, возле моего дома там, или у меня чуть ли не во дворе, там, чтобы мне тротуарчик там сделали, что-нибудь сделали, а мы говорили в основном стратегии развития, чтобы дать в дальнейшем, и мы убеждали общество, что даст толчок развитию, да принесет от этого эффект. И громада с этим согласилась. От, коли згадують Мерефіянську громаду, так дуже часто велику увагу приділяють темі унікального досвіду створення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. І я, можливо, зараз помилюся, але чи не всі багатоквартирні будинки зараз обслуговуються саме ОСББ? Як вам це вдалося? Поділіться секретом. Ну, нас подтолкнуло к этому само государство. Скажу так, если можно, если придя на работу уже городским головой, да, это же было до объединения еще, то есть основное это было с утра до вечера, это жилищные вопросы многоквартирных домов. Крыши текут, подъезды такие-то, все крушится, все это, потому что с момента, то есть передачи домов уже от домов ведомственных до городского совета на протяжении 10 там, или больше, сколько это там, лет 20 прошло, да, наверное, или сколько, не помню, ничего не делалось. Ничего не делалось. Коммунальные предприятия, которые обслуживали тогда, они, то есть, что происходило? Происходило, что люди платили, 50, где-то 60% людей платили, остальные не платили. Начисления шли в полном объеме налогов, правильно, им нужно было на эти на 100% платить. Фактически эти, которые оплачивались, они уходили на оплату налогов коммунальными предприятиями, а небольшие остатки на затыкание дыр.
На развиток не залишалось? Ничего. И проанализировав эту ситуацию, естественно, тогда мы, тогда как раз у нас был закон принят про ОСББ, он давно был принят, но у нас был какой опыт? Мы коснулись, у нас первое ОСББ было в поселке Селекционный, у нас в громаде есть поселок Селекционный, они у нас так было разбросано, что Институт овощеводства, бахчеводства, вот он поселок Селекционный. Пчелостанция, это опытное хозяйство тоже было, это пчелостанция. Шелководство, институт, это шелкостанция. Так вот у нас вокруг Мерефа вот так было, как бы институтские такие вот научные институты работали. И то есть, естественно, у них свое было жилье и ведомственное, и потом передали нам. И было создано первое ОСМД, МРИЕ называлось. И там было у нас 9 домов. 9 в одном ОСМД, тогда разрешалось было, но оно не работало. То есть все зависит еще же от лидера, правильно? Кто голова, как потянет, как локомотив, как он поведет, и от людей, как работа будет идти. То есть мы сделали, переизбрали нового голову тогда, поменяли правление, и то есть мы увидели эффект. Мы увидели эффект, процент оплаты пошел почти 99%, что-то начало делаться. И исходя из этого опыта, то есть мы приняли решение разбить громаду, тогда город, на территории, то есть по территориальному признаку, чтобы соединить эти ОСМД. Почему? Потому что двухподъездные, двухэтажные, 16-квартирные дома, нагрузка административная на такую площадь, это же небольшие свечки, небоскребы, где площадь большая, то есть административная нагрузка получалась очень большая. То есть административная, это на содержание аппарата, хотя бы бухгалтера и голову, да, если это по одному ОСМД и так далее. Поэтому чем была площадь больше в ОСМД, тем, естественно, административная нагрузка на квадратный метр выходила ниже. То есть из гривны превращалась в копейки. И поэтому мы пришли к этому мнению и предложили людям, громаде, предложили три варианта. Четвертого не было. Остаются, как есть, в коммунальном предприятии. И тогда ничего не изменится. Ничего не делается, все рушится, все. Второй вариант. Один дом, одно ОСМД, но это очень дорого. И третий вариант – это коллективное ОСМД по территориальному признаку, по коммуникациям общим. И, то есть, мы понимали прекрасно, люди выберут третий вариант. Потому что, почему? Людей тогда не волновало даже дорого или там это, дешевле. Фактически, мы вышли на тот уровень, тогда было гривна 0,7 за квадратный метр, и ничего не делалось. Но за это время несколько раз повысилась оплата, минимальная оплата труда. То есть, должно было уже тоже расти. И мы пошли, у нас получилось гривна 10. И ничего не делать. Мы им предложили, что вы еще 84 копейки платите, гривна 94, 84 копейки на ремонтные работы. И тогда я им пообещал, я с бюджета принимаю программу, и мы вам тоже даем 84 копейки. Як цих 84 копійки змінили якість проживання в цих багатоквартирних будинках? Ну, я, наверное, сразу скажу. То есть мы провели по два собрания, во-первых. Одно ознакомительное для принятия решения. И это действительно люди приняли решение. Хотя с небольшим, большим недоверием. Все равно они понимали, их много обманывали. Но, тем не менее, мы приняли эту программу. И первый год мы с бюджета, мы проанализировали, и люди насобирали 300 тысяч. 300 тысяч тогда. И мы им выделили с бюджета 300 тысяч. Первый год мы 600 тысяч, этого не было никогда. И мы начали ремонтировать, где крыши, где менять окна, где что-то, где отмостки, где просто подъездные двери в основном. То есть, исходя из этого, то есть люди увидели это, что что-то начало делаться. Еще воно и працюет. Начали платить больше. Следующий год это было уже там 450, по-моему, тысяч, и мы дошли до 700 тысяч. 700 люди, 700. И тогда мы еще попали в проект ПРООН, программа развития МРГ-3 была, и именно в поддержке ОСББ, где тоже мы, получалось, что в итоге мы дошли до того, что мы где-то
1 600 000, 1 200 000, 1 400 000, плюс еще каждый год 1 000 000 гривен по программе развития Организации Объединенных Наций, МРГ-3. То есть, и представьте, колоссальная сумма. Мерефа такого никогда тогда не видела, и действительно люди увидели, что делали с крышей. Делалась комплексная термомодернизация, то есть пошел процесс, и люди действительно сегодня... Если вот я могу пригласить на отчетно-выборное собрание, и вы увидите, то есть когда проходит отчетно-выборное, вот у нас есть Мерефа центральная, например, да, ОСМД, Мерефа центральная. В этом ОСМД 50 домов. Это самое крупное ОСМД в мире. Вони справляються своєю роботою? Так от що? Цією роботою руководить всього лише кілька чоловік. Тобто голова, бухгалтер і плюс кілька там контролерів, касірів і так далі. По-моєму, три. Їх чоловік п'ять працює всього лише. Мешканці задоволені? Мешканці голосують єдиногласно за... То есть, когда проводится. Вот если бы вы видели, обычно сегодня, если проходят какие-то такие, да, те недовольны, те что-то еще. А здесь, то есть, принимают отчет головы за проделанную работу и ревизионной комиссии единогласно. А комитеты самоорганизации населения, які діють у приватному секторі, яка їхня роль? Хороший вопрос. Очень. Вот когда мы провели реформу по ОСМД, мы полностью системно перевели в работу, уже работу самих, да, многоквартирные дома у нас были в системной работе, да, понимаете, системно, это все время идет процесс, работа, а не так, чтобы, знаете, затыкание дыр, я говорю. А головная боль осталась у меня 9234 домовладения, задумайтесь, 9234 частных домовладений. Если у меня многоквартирных домов всего 124, то 9 тысяч, это площадь какая? Вот тут вопрос самый был такой сложный. Как здесь системно начать работать, чтобы благоустраивались территории, чтобы контролировали сами люди процесс этот? И вот это самое было. И тогда, долго разрабатывая модель, ну, мы со своей командой пришли к решению, что нужно сделать, не надо изобретать велосипед, и нужно сделать как ОСМД. Хорошая модель, по идее, нам понравилась. Мы поделили, я долго, да? Не, продолжите, цікаво. Мы поделили на 8, на, сначала на 7. У нас получилось 7 районов в громаде, в объединенной. Но сам процесс уже, когда мы начали работать, у нас получилось в итоге 9. 9 районных комитетов мы сформировали. То есть, что значит районный комитет? Мы по опять территориальному признаку поделили. Это у нас присоединившаяся к нам громада, Утковский совет. Это у нас получилось районный комитет Азыряны. Это у нас два села вошло, Верхний и Нижний Азыряны. Районный комитет Утковка. Это у нас Утковский сам поселок Утковка, еще два села, Кринички и Лялюки. И в самой Мерефе у нас образовалось 7 районных комитетов. Центр 1, центр 2, юг, север, запад, восток. И теперь там також порядок? По системе тоже. Там мы сначала выбрали лидеров. Мы пошли от обратного. Мы выбрали лидеров. Кто лидер в районе? И уважаемые люди, уважаемый человек, кого, за кем люди пойдут. Этот лидер подобрал по людей по различным, по территории. Мы нарезали под них кварталы. Их люди выбрали, естественно, головами квартальных комитетов. Они стали членами правления районных комитетов ОСН. Что они роблять? Я просто систему рассказываю. А роблят они, что теперь они занимаются благоустройством своих территорий. Они сегодня занимаются чем? В первую очередь, системами водоотведения. Что давно, тоже еще с советских времен, все канавы водоотводные, никто вообще, раньше, если это было системно, то сейчас никто ими не занимается. Так, эти мережи были занедбаны. Совершенно верно. Это порезка аварийных деревьев, это в зимнее время посыпание дорожек к школам, к автобусным остановкам, расчистка и так далее, и так далее. То есть они сейчас занимаются полностью своими территориями. Первое, что основное мы сделали, это колодцы.
мы все колодцы почти, вот сейчас в громаде, ну, около, на сегодняшний день, ну, я больше 50 колодцев привели, не то что почистили, не то что, а еще их благоустроили, эти колодцы. То есть мы полностью поменяли, убрали старое все и сделали люди своими, мы только обеспечивали материалом городской совет. А люди своими руками полностью сделали уже архитектурные формы колодцев. Веніаміне, я правильно розумію, що реформа, окрім того, що збільшила повноваження органів місцевого самоврядування, так і ваші як голови, ресурси дала так для реалізації цих повноважень. Вона ще, ну, слухаючи вас, якимось чином міняє свідомість людей. Я так розумію, люди більше стали зацікавлені самотужки щось робити на своїй території і нести за це відповідальність. Чи я помиляюся? Ні. Ну, мы их подводим к этому. Мы стараемся сегодня, да, вы правильный вопрос и правильно заметили, что мы стараемся сегодня именно поднять сознание людей, что они должны участвовать в общественных процессах. Это основная цель, которую я и перед собой ставлю, перед своей командой и перед районными комитетами ОСМД, ОСББ, то есть чтобы они поднимали, каким образом. Нужно же на это их подтолкнуть, это не просто так. Сдвинуть людей с места, и чтобы они были не безразличны к развитию общества, то есть территории, общества в целом. Поэтому мы пришли к тому мнению, что мы что-то делаем все только вместе. Мы ничего практически сейчас в городском совете, в громаде не создаем, только вот привезли, сделали, нате, пользуйтесь. Нет. Если мы привезли, устанавливаем детскую площадку, вот люди попросили, люди все, даже частично они сами элементы некоторые делают, то обязательно установка, вы организовываетесь, их устанавливаете, бетонируете, устанавливаете, то есть мы помогаем всем, но только обязательно подключение. Или другие любые процессы, я говорю, что мы только подключаем людей, чтобы люди сами активно участвовали. Мерев'янська громада, якщо я не помиляюся, є партнером програми «Добре». Так? Да. В чому це партнерство полягає? Ви знаєте, я хочу сказати, що я, мабуть, скажу так, що це добре. Ну, якщо коротко, да, це добре. Це дуже добре. Чому? Тому що перше, що вони нам дуже допомагають в процесі іменно тоже поменять общество, поменять мышление полностью людей. И это не только помогают, они делают это. То есть они действительно делают. Они работают и с молодежью, и с любыми формами общественных организаций независимо. То есть подключается максимально активное население, которое дальше передает уже, как нужно правильно жить и в обществе, в современном обществе. То есть переходить уже на другие мышления, по-новому строить свое мышление и жизнь в обществе. Вот это в первую очередь, я считаю. Это то, что... А остальное еще есть, конечно, есть у нас, они помогают, вот сейчас мы участвуем. У нас в это воскресенье, кстати, это отношение молодежи, у нас состоится молодежный фестиваль. Это при поддержке именно проекта «Добрый», который наша молодежная организация, я уже называл, Вероника у нас, Филипенко, лидер, они уже вот вчера проводили уже у себя у нас в актовом зале уже организационное собрание такое, уже готовятся в эту субботу. Я вот прям с Киева буду приезжать и сразу туда ехать и посмотрю, как это у них получится. Но это здорово, когда они сами при поддержке проекта «Добрый». І це є добре, я хочу сказати. На жаль, багато чого не встигаю у вас запитати, та й ви, зрештою, поспішаєте на зустріч. Але якщо ви кажете, що децентралізація – це добре, то чому на сьогоднішній день ще достатньо критиків і недругів реформи залишається, на вашу думку? Ну, я хочу першою, мабуть, сказати, що от... Мы с коллегами вот встречаемся, у нас есть ассоциация ОТГ, да? Объединенных территориальных громад. И что, как правило, больше всего сегодня есть, нас и чуть-чуть немножко и пугает, и все, чтобы этот процесс не остановился. И процесс децентрализации, он не должен остановиться, он должен не останавливаться, набирать, мы считаем, что больше и больше поддержки и разбега, то есть это набирать скорость, будем так говорить. Почему? Потому что это действительно несет в громады очень позитивные результаты, и
мы уже, те, кто сегодня громады пошли на это они действительно уже сегодня, и я скажу это вполне основательно, что они уже на несколько шагов или ступеней выше тех по развитию, выше тех, кто сегодня не пошел на эти шаги. А тормозят в основном, будем говорить, те головы многие, которые сегодня привыкли себя чувствовать на месте, вот его избрали. И у него, он консервативен, ему все хорошо, ему ничего не надо делать. В некоторых селах пришел, он до обеда побыл там где-то что-то, после обеда, как правило, тишина мертвая, да, в советах там некоторых и так далее. То есть это люди, которые не привыкли процессу развития. Есть еще, конечно, политические некоторые, особенно районные администрации, которые тормозят этот процесс, потому что мы прекрасно же видим и понимаем, что районные администрации, это, ну, со временем, то есть они их не будет, не должно быть, по идее. Люди сами должны объединиться и уже сами осуществлять свое. Не централизовано такое, а у нас же само называется децентрализация реформа. А як ви думаєте, є ризики, що децентралізація отримає зворотній напрямок? Вони завжди є. Все залежить від політиків. Ну, я думаю, у них це не вийде. Ну, вже зрештою, в Україні більше 800 громад створено. Я думаю, самі громади не дадуть цього зробити. І я так думаю, вас підтримую повністю. На цьому пропоную завершити нашу розмову. Нагадаю, ми спілкувалися з Веніаміном Сітовим, головою Мерефіянської об'єднаної територіальної громади. До наступних зустрічей. Дякую.